перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет. Всем привет. Слышно меня? Петров, приветствую. Приветствую. Всем привет, дорогие друзья. Хозяин Сибека, привет. Всем привет. Мы продолжаем наше движение. Да, вот мы доехали до Чикаго. Еще позавчера здесь был лютый холод. Сегодня очень потеплело. Воздух и радость привет. Про Децела сказать очень жаль. Сейчас пройдет. Про Кирюху очень жаль, на самом деле. У нас были там разногласия и конфликты, и суды. Это, конечно, это большая трагедия, очень жаль. Очень жаль родителей, и жену, и ребенка. Очень жаль. Может быть, в жизни все что угодно, конфликты, выяснение отношений, но хорошо, чтобы это все оставалось в жизни. Когда люди уходят, здесь уже не до каких-то там сведений счетов. Так что вот так, очень жаль. Бесконечно. Да. Северная Осетия, привет. На песне ТНТ будет противостояние людей, которые пишут свои песни или исполняют песни, написанные специально для проекта. В Америке очень хорошо, вот прошло уже 2 концерта тура в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Наши люди за океаном балуют нас солдатами, полными залами. Безумная благодарность и низкий поклон всем. Сегодня мы выступаем в замечательном Чикаго. Здесь особые всегда концерты, так что смотрите за видеоотчетами. Привет, привет, Тагил, Козленков, привет. Как в Штатах? Да в Штатах все как и у нас. Все будет как и у нас. Все будет как и у нас в Штатах. Нам вчера в Тахо разбили, взяли в прокат Тахо, передвигались с ним по между городами. И вчера в Сан-Франциско после концерта разбили стекло. Оказалось, что Сан-Франциско — это город, в котором каждые 18 минут разбивают стекло. Вот такая вот история. Крым, привет. Алматы, привет. Так что вот так. Сейчас мы находимся в Чикаго, его еще называют Чирак, да, город, есть такие районы, где здесь преступность просто безумная. В день убивают в Чикаго 100 человек, не знаю, как сейчас атмосфера и обстановка, но здесь большая очень русскоязычная диаспора, очень много наших... Очень много наших людей. Живет наш товарищ из Лос-Анджелеса. Так что такие вот дела. А так себя чувствуем здесь как дома, в принципе. Все так же, все с таким же настроением. Вот. В Ростове Чкаловске. Да, ну. В Чикаго есть районы пострашнее Чкаловского, Егор. Так что, так. Что расскажу о шоу песни? Очень много талантливых, самобытных, интересных, молодых, дерзких, кто хотел бы добиться славы. Я вас всех обнимаю, дорогие друзья. Всем всего самого хорошего. Берегите себя. Вот, мы продолжаем наше путешествие.
в туре по Америке. Обнимаю. Обнимаю вас.